Мы наблюдаем следующие 2 минуты поединка. Вот сейчас мы наблюдаем, как будто спортсмен зарано проснулся. То есть вот эти вот 10-20 секунд на вынос решения ему помогли отдышаться, прийти в себя. Ну, вероятно, вот он чувствовал, может быть, что судьи по первому времени отдадут победу Александру, и он так приуныл, можно сказать. Сейчас поверил в свои силы. Воспрял духом, как птица Феникс. Посмотрим. Рефери призывает бойцов не толкаться. Поединок продолжается. Вот эта питерская заготовка, вот, наверное, видели, как сбивает руки Александр. Если спортсмен пытается прихватывать. Удар с разворота. Мимо цели. Да нет, удар-то дошел до цели, просто Александр не подал виду, видать, он просто был не акцентирован. Либо Александр был к нему готов. Но опять это звоночек такой, что спортсмен, наверное, попадает. Попадает, попадает. Он наносит много ударов, и сейчас судьи выносят... Нет, замечания не вынесли. Нет, вынесли замечания. Чуй. Иранскому спортсмену. Да, да, прихваты. Остается 40 секунд из первого дополнительного времени, и Саше надо ускоряться. Достаточно ровно сейчас проходит эта двухминутка. Показали замечание. Да, Гентон Ич получает, боец из Ирана. Ускоряются. Ускоряются, потому что, опять-таки, надо зарабатывать оценку. Нужно зарабатывать оценку. Ну, в общем-то, Александр полон сил. Демонстрирует отличнейшую функциональную подготовку и заканчивает длинную комбинацию. Нечасто увидишь Кайтен Гири в исполнении Александра Дрозда. Да, в основном у него либо Майи Гири, либо Ароша Гири, а здесь Кайтен колено, Гири, как да. Для него не... Несвойственный удар. Несвойственный однозначно. И вы знаете, все 4 судьи отдают победу Александру. Александр... Опять на первое место вышли замечания. Ну, здесь, на мой скромный взгляд, что замечание, что ущерб. По ущербу Александр вел. Поздравляем, поздравляем наших болельщиков, поздравляем Александра и его тренера. У судей не было выбора. То есть они не могли показать ничью, потому что было замечание. Поздравляем.